Всем привет! Приветствую вас на моем канале. В этом видео я хочу рассказать о том, как же мы уехали. Значит, начну с того, что уехать с Украины мы решили довольно-таки давно. И уехать в Польшу — это уже наша вторая попытка. Лет 5 назад мы получили карты поляков, по которым мы и уехали. Значит, так, я получила карту поляка на основе того, что, в принципе, у меня все мои корни, все предки поляки. За исключением, там, по-моему, только дедушки, у него там смесь. А так все были поляки, поэтому у меня не возникло никаких сложностей с документами. Для того, чтобы получить карту поляка, вам нужно доказать польское происхождение. То есть у меня были документы все, в принципе, что поляки, и у родителей уже на то время были карты поляков. Поэтому я пришла, как бы просто сдала экзамен и получила карту поляка. А с мужем было сложнее, потому что у него тоже со стороны отца поляки. Но тогда было такое время, если кто знает, помнит по рассказам бабушек и дедушек, да, было такое время, что поляки преследовались, и очень многие поляки поменяли даже фамилии и просто перестали в документах писать, что они поляки, там такие прочерки ставили тогда. И как бы доказать потом, что твои предки были поляками, довольно-таки сложно из-за вот этих прочерков, потому что в графе национальность у них стоят прочерки. И у мужа была именно такая ситуация. Чтобы было сложно получить карту поляка, муж записался в сообщество поляков Украины. И когда у вас есть 3,5 года, что вы находитесь, состоите в этом обществе поляков и активно помогаете ему, ну, не просто записались и там пришли через 3,5 года, а вот активно участвуете. И мужу дали с этого сообщества поляков такую справку, что он активный участник и помогает полякам Украины. И еще была бумага одна у него, что его дедушка репрессирован. То есть, грубо говоря, бумага, которая подтверждала то, что было гонение поляков, что это стало причиной прочерков, как бы. Надеюсь, что это видео было вам хоть немножко полезным. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду вам очень благодарна. Если у вас есть какие-то идеи или замечания по поводу моих видео, пишите в комментариях, я обязательно прочитаю и учту в следующих видео. Всем спасибо, пока!